Здравствуйте, друзья. Я вынужден быть за камерой, поскольку солнышко светит не в нашу сторону. 1 сентября сегодня, 1 сентября 2017 года, остается, ну, грубо говоря, месяц. Мы до сих пор не знаем, какого числа октября откроется возможность заполнять заявку для участия в Green Card лотерее. Но мы понимаем, что это где-то там вот первое, второе, третье, четвертое, да? Вот в прошлом году было четвертого. Есть месяц. И я думаю, что вот этот месяц важно потратить на подготовку, на то, чтобы вникнуть вот в этот контекст, в котором происходит Green Card лотерея сама по себе, заполнение заявки. Контекст иммиграционный, такой американский в целом, законы. Тем более сейчас очень много динамики с этим, очень много предложений по изменению и так далее. И у меня есть договоренности с интересными людьми, которые поучаствуют тоже в наших разговорах. И что я заметил, что у нас есть грамотный народ на канале, который, в общем-то, не чурается в комментариях давать хорошие советы. И я на самом деле очень ценю это все. И действительно, это очень важно, чтобы можно было куда-то прийти и получить хороший, доброжелательный совет. Я знаю, что многие люди, ну, как сказать, у них аллергия на это дело. То есть он как бы и знает, но вот это вот, знаете, как говорят там, на форумах пишут, и там сделай поиск, да, что ты вопросы задаешь, иди поиск сделай. Вот. А есть люди, которые, несмотря на то, что понятно, что человек, вот, который новенький, там, мог бы пойти и сделать поиск, а мы на желтый проехали, все хорошо, сделать поиск, но, тем не менее, он доброжелательно отвечает, пытаясь помочь тому, кому нужна помощь, тому, кто обращается за помощью. Так вот, существенно, что люди хотят помочь, и существенно, что они это грамотно делают. Я, ну, не потому что хочу, как бы, вот, прикупить дополнительно помощи со стороны. Но я хочу сказать, что советы, которые будут даваться в течение сентября, пока мы, значит, готовимся, и в течение октября, когда весь процесс будет активно идти, и там будет еще больше вопросов, обсуждений и так далее. Вот эти два месяца, грубо говоря, до последнего момента, когда принимаются заявки. Начиная от того момента, как видео вывесилось, это 1 сентября сегодня по-любому, вот с этого момента и до окончания приема заявок у нас конкурс. Конкурс на как бы такого лучшего консультанта. Я с удовольствием могу расширить как бы круг и сказать, пусть у нас будет 10 победителей в этом конкурсе. То есть до 10. Ну, если будет трое, значит будет трое, но я как бы хочу, чтобы было больше, поэтому я говорю, ребята, пусть будет 10 призов, да, подключайтесь. Дело не в том, что я там вам пришлю книжку там с подписью свою, ну, или какой-то эквивалентный там подарок, который вам захочется, а потому что вы, помогая другим людям, на самом деле создаете что-то хорошее на этом свете и для других, и для себя тоже. Поэтому я приглашаю тех, кто в курсе, тех, кто давно играет в лотерею, изучил уже все правила возможные и невозможные, которые могут и про фотографию рассказать, и как написать в анкете, где ты родился, если ты родился в каком-то селе Чумового края, которое уже давно залито водами какого-нибудь водохранилища, там, и так далее, и так далее. То есть есть тонкости. Вот я знаю, что есть люди, которые знают тонкости. И вот я их, как бы, прошу включиться и поучаствовать в дискуссиях, потому что я не то, что мне времени жалко, я просто не в курсе очень-очень многих тонкостей. То есть, конечно, простую такую лобовую атаку я могу и сам произвести. И многие люди говорят, что анкета, заполнение анкеты – это вообще дело несложное, анкета не хитро. Это правда. Но мы знаем, что есть миллионы вопросов, которые
возникают и людей, причем у людей. Причем вопросы легитимные, не вопросы, потому что человек там, я не знаю, у него с головой не в порядке. У него все в порядке, именно поэтому он и спрашивает. И есть вопросы сложные, понимаете, на которые нет такого прямого ответа. Поэтому вот тех, кто знает, я приглашаю и очень прошу подключиться. Ну и так в качестве там чисто символического такого с нашей стороны участия я с удовольствием вот выделю там 10 призов. Если мы смотрим на нашу книгу, на мою книжку с подписью, книжка, сколько она там стоит, плюс пересылка, если, например, за рубеж. Ну, грубо говоря, оценим призы там $100. Да? То есть вот человек может взять книжку, если хочет, а может взять там что-нибудь, значит, там на $100 мы с удовольствием, с учетом пересылки. Вот. А может взять просто $100, мы ему перечислим. Вот. Так что давайте. Я еще не знаю, как мы будем оценивать, но я думаю, что наши зрители, конечно, должны будут поучаствовать. Ну и я тоже. Я, в общем-то, когда смотрю на комментарии, я иногда тоже в восхищение просто прихожу, что вот надо же такой, пришел грамотный человек, так четко все проставил по полочкам, и очень-очень это ценю. Да, есть люди, которые дают комментарии, всякие советы, не разобравшись вообще ни в чем. Ну, то есть, ну, они любят советовать, то есть им хочется поделиться, вот, проблема только в том, что им пока нечем. Но субъективно это не всегда осознается, то есть ты думаешь, что, ну, как же, вот же, ну, не может же несовершеннолетний играть в гринкард-лотерею. Казалось бы, но это же очевидно, это же прямо так естественно, и вот люди советуют, а это оказывается неправильно. Поэтому очень важно, чтобы помимо советчиков, которые дают неправильные советы, а они всегда есть, и я со своей стороны, конечно, если вижу что-то такое, что находится в конфликте с принципом «не навреди», вот, я, конечно, почищу. Вот, но, в общем, ваше участие, конечно, сыграет важную роль. Так что, ребята, конкурс объявляется, вы это видео посмотрели, и вперед. Счастливо!